С 3 апреля авиакомпания Czech Airlines возобновляет полеты из Одессы в Прагу. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта. Рейсы из Одессы будут по средам и субботам в 5:00 и 6:10 по киевскому времени соответственно. Из Праги в Одессу по вторникам и пятницам в 22:45 и 1:55 по пражскому времени. Напомню, что Чехия находится в красной зоне карантина, поэтому по возвращении украинцам нужно будет самоизолироваться на 2 недели или сделать ПЦР-тест, дождаться его отрицательный результат и с чистой совестью прервать изоляцию.